Всем привет! Мэр 512, приобретенная вчера, так называемая из коробки. Ну, один выстрел в магазине был сделан, один выстрел был сделан в хронограф, ну, в принципе, все соответствует. Это ствол не кривой у нее, продавец подтвердил. Вот, не люфтит, переламывали, трясли, ничего не люфтит. Вроде так вот внешне, ну, видно, что как-то вот смущают всякие вот надписи какие-то, вот, как будто бы не очень качественные. Какое-то покрытие тут матовое, там глянцевое. Такая фигня, в общем. Единственная придирка вот сразу вот. Это целик, вот он весьма странный. Можно сказать, его пристреливать можно от руки, то есть его... Пошевелил вот так вот, он будет нагнут в одну сторону. Пошевелил вот так вот, он в другую сторону будет нагнут. То есть принесли, достали, и у вас уже все криво будет. Да хер с ним, короче. Блять, попаду, не попаду, нас срать, если честно. Так. Ну, все хвалятся, естественно, что она легко разбирается, никаких проблем. Я тоже много раз видел, просто первый раз буду разбирать, вот. Так что... А нахера разбирать? Ну, продавец мне сказал, что надо сделать расконсервацию, поэтому мне поможет вот этот инструмент. Так, здесь где-то винт. Да я шучу, ну, блин, просто мы консервные банки этим открываем. Ну, здесь другая расконсервация. Так, значит, ну, потому что смазка сочится, как вот жидкость из вагины, блядь. Со всех сторон сочится. Вот, и, блин, и приклад, и все это. В этой смазке, блин, надо ее... почистить все-таки, прежде чем стрелять. Потому что, блин, она плюется и даже захлебывается в ней. Так, вот два винта снимаются. Ложа. Опа. Отсоединяется несложно. Так, что у нас тут? Посмотрим. Блин. Походу предохранитель кривой. О, видите, он это? Как-то на бок стоит. Сейчас я подсвечу. О. Ну, в целом, блин, мне тоже на это в целом насрать, потому что я проверил, он рабочий. Ну-ка. Там. А может, и так должно быть, может, так по-анатомически, чтобы это вот этим пальцем он так чуть-чуть будет вверх. Ну, хрен знает. Если кто знает, подскажите мне. Должен ли предохранитель стоять криво? Ну, у меня она в стоке, поэтому я не буду никаких струбцин использовать. Нужно вытащить вот этот штифт. Но я против выбиваний. У меня, кстати, есть выколотка. Но она, зараза, вот здесь вот. Она, зараза, здесь острая, блин. Ее нужно зашлифовать, в общем. Не хочу такой пользоваться. Она портит штифты. Поэтому я просто возьму насадку под шестигранник. Подходящую. Она такая слегка сферическая, закругленная слегка. Вот. И она будет меньше портить, чем острая выколотка. Возьму вот такого размера. Так, и буду использовать вот такой вот отрезок от шапки для бани. Шерстяная шапочка с искусственной шерсти.
Вот так вот поставлю. И буду вытаскивать штифт. Ну, естественно, надо найти точку давления, подходящую. Так, если с одной стороны плохо, то стоит попробовать с другой. О! Штифт я от руки вытаскиваю, не люблю эти молотки долбить все это. Портить зачем? Вещь хорошая. Ну вот тут видите штифт с задиром. Поэтому он и только с другой стороны вытащился. Его надо тоже зашлифовать, заворонить заново, но по-хорошему. Чтобы все от руки вытаскивался. Ну, это лично для меня нужно. Вам это не обязательно, вы можете ебнуть с молотка, блин. Еще ударить по колодке. Ну, по самому корпусу. Так, теперь все прям, ну, до безобразия легко. Вот, вот здесь вот. Есть штифтик. И просто надо повернуть вот эту СМ, и он вытащится. Ну, естественно, это лучше делать на опоре, лучше ставить. Вот так вот вытаскивайте аккуратно. Но у меня все в стоке же, у меня ничего тут усиления нет. Чем мне париться? Я так могу прям вытащить. Так, ну давай. Детка, не подведи меня. Так, поворачиваем. А, повер... Так, а что не вытаскивается? Так, я повернул-то, повернул. Так. Что за нахер? Блин, камера, фокусируйся, мать твою. Так, ну-ка давай-ка вот так вот. Не понял. Ребят, смотрите. Здесь еще один штифт. Блин, это у меня так? Или так винтовки стали делать в 2023 году? О! Блин, тут уже риск какая-то есть. Уже кто-то пытался. Ну, блин, она из коробки, она вся захаркана этой своей, блин, смазкой. Получается, что я разобрать не смогу. А как собрали, блин? Наверное, ПТУшник с завода, блин, перепутал. С другой стороны дырку посверлил и долбанул сюда. По инерции уже. Ну, потому что дырка есть. А потом смотрит, ой, блядь, надо с другой стороны. И с другой сделал. Ой, простите. Блин, а как теперь вытащить? Ребят. Блин, помогите. Кто чем сможет. Блин, ее не вытащить, реально. Она сюда уперся, все, отсюда не выходит. Получается, надо ее либо, блин, сточить, либо вытащить отсюда этот штифт. Блин, а так можно изуродовать эту штуку, блин, тогда следы кругом будут. Пассатиж. А если я буду это же гравировальной машинкой вышлифовывать его под ноль, блин, тогда у меня засорится весь компрессор, блин. Хера себе, блин, легко разбирается. Я офигею, блин. Что делать? Короче, разборка, так понял, отменяется. Ни хера я не смогу сделать. Кстати, может, кто-то пытался уже разобрать, и поэтому загнулся предохранитель. Вот в сторону так гнул. Блин, или он такой должен быть. Короче, все. Это мой фейл. Так вот я разобрал. Смешно будет, если я принесу в магазин, скажу. Ребят, типа, это, верните мне. Типа, деньги, потому что ваша мотовка не разбирается, блин. Разборка же, это, по идее, гарантия лишает человека. Кстати, я компрессию не держит тоже, блин. Я
в перепуск, ну, перегибаю ствол, перепуск закрываю пальцем и вот так вот туда-сюда ствол вожу. И должен быть такой звук. Бак-бак-бак-бак. Бывало такое в каждой ситуации, когда женщина не в то место случайно вставил. И она когда это... ты вытаскиваешь такой звук. Вот здесь должны быть такие же звуки, когда перепуск закрываешь и стволом вот так вот виляешь. Так они должны быть. Вот так когда делаешь. Здесь этого нет, но компрессии явно не держит она. Вот. И, блин, теперь даже не добраться сюда. Ну, крюк тоже как будто на бок, но я так понимаю, что это тоже штифт вытащил. Тут же это... крюк. Внутри тут. В штифт тоже вставляется. Короче, пипец, блин. Я вообще в растерянности. У вас такое было когда-нибудь, блин? Кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Вот так вот я разобрал винтовку, пипец. Что-то я не видел такого, чтобы на YouTube такая хрень у кого-то была, блин. У всех все благополучно разбирается, все быстро, блин, а что я такой невезучий? Ну, отнесу обратно ее, блин. Ну что, я месяц ждал. У нас в магазине в наличии только с деревяшками, которые, блин, в два раза дороже стоят. А это с пластмассой, кстати, в 2023 году достаточно недорого обошлась. 5800. Но вот, видимо, так называемая акция. Я все думал, что это акция, что придет какой-то неликвид или брак какой-то придет. Вот. Какой-то там этот косячный, блин. Проверил все в магазине, блин. Все вроде нормально. Вроде с винтовку. Ну, коробка вся какая-то мятая, перескочированная. Слушайте, возможно, из-за этого, блин, ее уже возвращали, блин. Поэтому ее сплавили, блин. Дешевле. Ребят, идеи какие есть? Пожалуйста, помогите. Как разобраться с этим, блин. Конечно, могу уж этот штифт взять мощные пассатижи вот такие вот. И вот эту хрень отсюда попробовать вот вытянуть тупо. Но, блин, у меня тогда покоцается корпус. У СМ покоцается. То есть его надо будет хотя бы, блин, это заклеить малярным скотчем или лучше изолентой. Вот это вот говно отсюда вот так вот. Шпак попробовать вытащить. Но, я думаю, даже, наверное, проще вот под таким углом будет сделать. Или под таким. Ну, второй вариант это взять вот такие вот. Они, кстати, на самом деле очень крепкие. Чуть что только не прошли. Старые, более 10 лет. Какой? Блин, чуть ли не 15 лет. И при этом они еще не загнулись. Можно попробовать вот этим для начала. Блин. А если он не вытащит, то получается я только изуродую. Все равно спилю. Придется все равно стружка мне в компрессор попадет. Потом чистить все, дезинфицировать. Ну, в смысле, обезжиривать это. Заново смазывать. Блин, я только расконсервацию хотел сделать. Ну, протереть просто тупо хотел. Внутри. И манжету, наверное, заменить, потому что компрессии не держит. Теперь мне, блин, я попал конкретно, блин. Люди добрые, помогите, кто чем сможет. Подскажите, блин. Не разбирающемуся человеку, блин, что ему делать? Благодарю за просмотр. Это. Если вы досмотрели до конца, значит, у вас большая выдержка. Это говно вас смотреть. Понимаю, что не очень интересно. Но, блин. Мой вывод, что... Вот говорят, что ПТУшники работают на Ижевском заводе, что они, блин, косячные. Типа, блин. Я так еще изначально. Что-то так придят к ПТУшникам там, ну, блядь. Тоже люди, тоже это. А мне говорят в ответ, что, ну, типа, они там... По ТУ идут такие хулиганистые, кто не хочет на это, в школе там вообще образовательным всяким уклоном. Ну, домашнее задание не хочет делать, вот типа это. Идут по ТУ, потому что там уклон больше на профессию, и на общеобразовательно там сбивают, домашнее задание не сдают. Ну, короче, такие хулиганистые, халатные люди, вот, ну, они, может быть, и не халатные в каких-то вещах интересных для них, но когда их заработают где-то на заводе, там практику проходят. Или по ТУ заканчивают, сразу куда-то идут работать, ну, потому что надо куда-то идти работать. Естественно, это все делается, ну, если это не их сфера, блин. Если они пошли туда, потому что лишь бы в школу не ходить. Конечно же, все делается с косяками, вот. Поэтому я не исключаю, что тот ПТУшник мог просто тупо не с той стороны дырку сделать. Когда собирал, если он не... или другой сам кто собирал, увидел дырку, бык, на автомате забил туда кол. Типа, и поржал таким смехом, сейчас изображу.
Да, они примерно так вот. У нас просто около дома там была там одна путяка, где вот так вот народ ржал. И вот. Вот. И с другой стороны забил, типа, исправился, типа. Просверлил, забил там. И все. И положил ее на продажу. Потушник мог, потому что он, ну, ему какая разница, бля, поржать там, покуражиться, практику пройти и смыться. Либо отработать там какое-то время. Никто это кропотливо не хочет заниматься этим. Видимо, правда, даже на оружейных заводах даже такая херь теперь творится, блин. А что тогда брать? Я хотел это брать МР-16, МР-516, ну, потому чтобы это, типа, конкурент Хацаном, типа, конкурент, там, Стойджером. Блин, а теперь пипец. Знаменитая Мурка, всеми хвалимая, блин. Косячная, блин, даже из коробки. Причем скрытый косяк. Вот так человек отстрелял бы, сколько там. Потом стал бы разбирать, и, блин, жопа. Спасибо всем за просмотр, извиняюсь за эту херь. Но, может быть, хоть если одному человеку в этом мире это будет полезно, или хоть кто-нибудь какие-то выводы сделает, или вы хотя бы мне поможете, это уже будет доброе дело. Так что спасибо всем.